Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня русский сервер и... по сути, ну, можно сказать, бездонатный аккаунт. Решил заснять, показать, насколько сейчас проще, если у вас есть возможность, там, минимальный донат, да, там, 5 баксов. Либо можно, конечно, без доната это все собрать, если повезет. Нужно определенное везение, либо же за 5 баксов получить всех топовых героев и не париться. Здесь есть немножко доната на этом аккаунте, это русский сервер. BreadBet аккаунт, и посмотрите, вот 4700 доната. Но если мы зайдем вот сюда, розы здесь нет, вольта нет, колдуна, понятно, нет, он только вышел, и механоида есть, зато зефир, есть лисица, есть божество, так, где там есть бард, огник есть тоже собран, ну его раньше он собрал. Это все получено, вот этих вот 4 героя, чисто вот отсюда, с фонариков желаний, сейчас я вам их покажу. Это самое выгодное, скажем, предложение в плане, вот смотрите, ребята получают нормально плюх. Самое выгодное предложение в плане доната. Почему? Но мне интересно, 111, 30 тысяч самоцветов, те же самые бегают. Ну розыгрыш раз в сутки получается, да. В общем, что вы по итогу имеете, да, вот плюхи, которые вы получаете дополнительно. Вот он получил Мэри, то есть он забрал отсюда Мэри, также забрал 3 донатных карты и забрал, так, 3 донатных карты, а отсюда он забрал целого Зефира. И в итоге с карт он вытащил Барда и Лисицу. По сути, это 6 баксов, но ну, если разобраться, там минимальный пак на 1400, что там он сейчас на русском сервере стоит. Вот, 156 гривен, это 1400 самого, ну это 5-6 долларов. 5-6 долларов, и у вас есть все топовые герои. Либо же можно, конечно, без доната их собирать. Вот вчера, например, на немке, получается, мы собрали 100 осколков лисица, но можно 150, ребята писали, что можно на 3, с 3 аккаунтов на 1 закидывать свигеймерса, соответственно, я считаю, это тоже очень круто. Ну, там плюс-минус у нас еще дополнительно давали осколки, на немке как бы попроще, но это русский сервер. А вот на русском сервере с минимальным донатом, да, 5-6 долларов, можно собрать всех топ всех топовых героев без проблем. Если сравнить это все полгода назад, каждый герой был там 100, 200, 300, 400 долларов. Зефир, наверное, единственный герой, который еще так особо в цене не упал. И нужный, остальные, в принципе, можно собрать без проблем. Зефира просто проблем не получить с каких-то акций. Но, тем не менее, как видите, на этом аккаунте все эти герои есть. Вот, смотрите, 5 героев, да, получается, он вчера получил с фонариков. Это реально очень круто. 5 донатных героев за 6 баксов, ну, это реально огонь. В общем, он попросил повытаскивать ему, как их попрокачивать. Сейчас попробуем с вами повытаскивать таланты на этих героев. Так, ну ППшка тут нафиг никому по сути не нужна. Может, у него по старым героям что-то, ну, я думаю, вряд ли у него тут всех пятерки есть. На командуру пока закинем. Реально очень круто, честно скажу. Фонарики — это для доната одна из таких топовых тем будет. Закинем на Зефира пока вот так. Для доната, для без доната есть сундуки там и прочее, но они, в принципе, и для доната. Но вот для бездона тоже, в принципе, сейчас
довольно-таки неплохо можно поднять. Можно поднять карты. Все, конечно, зависит еще от сервера. Так, тут у него уже она согненькая. Ну, комета, она нафиг никому не нужна. Тут он уже подашку поставил. Комета классная тема, но не особо актуальна, не знаю. Мне не понравился талант. Там много они чего уже сделали, но ни о чем, по сути. Так, стойкость. Блин, надо огненки. Вот реально, если есть огненка, истинная вера, я думаю, у него истинная вера есть. Посмотрим на героях. На русском сервере это одна из проблем. Да, истинной веры нету, значит, на барда надо тогда в таком варианте ловить истинную веру, ставить. Блин, стойкости падают, а где огненки? Вот смотрите, вообще изи просто. Все, бардик у него готов, и СО там, либо огненка. Ну, огненки, я тоже думаю, СО, либо выживание эмблемы. В принципе, бард будет довольно-таки хорош, его сложно будет слить. Тут еще не все так хорошо с талантами, я смотрю. Можно не особо спешить сливать. Некоторым героям можно будет. Ну, читайте, 5 баксов и у тебя фуловый аккаунт фактически. Ну, конечно, кому как повезет там с картами, но это реально круто. Конечно, как обычно, сейчас многие скажут, вот это опять донат, но что такое 5 баксов на сегодня? Это не по штуке, не по 400 баксов, как это раньше стоили эти герои. Их реально было сложно. Блин, огненка вообще не падает. Их реально было сложно получить там. А тут просто одна акция, и она просто тупо перекрывает все. Так. За 5 баксов, блин, вот таких вот 5 героев, я считаю, это реально очень круто. Конечно, надо опять же везение немножко, потому что не всегда. Тут подашка, лисица. Блин, ему эти, конечно, всех героев надо качать будет. А, у него книги есть. В принципе, что переживать. Ему просветы эти нафиг не надо. Просветы можно ставить просто на других героев для того, чтобы книжки потом получить. А этих можно сразу же таланты ставить. Маскировка вообще нафиг. Блин, одни просветы сыпятся. Что за фигня? Что за прикол? Реально очень круто. Не знаю, мне фонарики, я особо в них не всматривался. Но я вот сейчас зашел, посмотрел, сколько он получил, каких героев за 5 баксов. Ну, это реально трэш. Блин, смотрите, что делается. Одни просветы сыпятся. Ожог. Это молодой аккаунт причем. То есть, ну, реально, 5 баксов закинул, и ты себе играешь просто в кайф и не паришься совсем. Истинная вера стоит. Ну что за прикол? Реально какой-то трешак. В общем, круто. Реально акция обалденная. Сейчас попробуем. Ну не знаю, видите, огненка вообще тупо не падает. Такое-то проклятие, походу. Опять истинная вера.
Ладушка, ну ладушка. Так, вариант пока заменим. Сейчас у себя целителя такого, ну точнее этого зефира тестирую. Бля, смотрите, как истинная вера летит. Чё за фигня? Чё за прикол? Опять просвет. Не, это просто тупо какой-то трэш, издевательство, судя по всему. Ну, зато книг хотя бы накачает потом. Из борца. Блин, реально жесть. Огненка вообще не падает. 100 коробок и огненки нет. Вы что, прикалываетесь, что ли? Я в шоке. Что это творится на русском сервере? Ну хорошо, хоть на барда словили этот. БДшка, утекание. Ну там, в принципе, героев у него особо много и нет. Железка. Оно все этим героям нафиг не надо. Наконец-таки огненная защита. Так, один герой есть. Бард, в принципе, у нас тоже правильно собран. На Мэри тоже желательно поставить огненку, так как у него эмблемы не будет, и на лисицу тоже. Но одна огненка за 100 коробок, это, конечно, гон. Это просто какая-то дикость на русском сервере. Вальс. Ну, вальс нафиг не надо, лучше пока там ладушку поставить. Он хоть на фарме сможет лисицу использовать временно. В принципе, у него книг на прокачку, там 1000 с чем-то у него книг. Их хватит с головой. Так, Ремка. Ремка, блин, Атлант. Атлант без скина. Можно было бы ему сразу ремочку. Сейчас я у него чекну дерево и седну. Седна ремочная. Значит, сейчас будем чекать дерево. Мы туда живо поставили. Хотя, наверное, я с Атланта сейчас солью. Атлант ремочный нужен для прохождения многих локаций. Ему именно ремочный вариант надо будет. Лис тоже, в принципе, можно и на лисицу поставить, но с ладушкой он поинтереснее будет. Сейчас посмотрим, что у него по эмблемам делается. Воодушевление. Не, у него ладушек тоже не особо, поэтому нету смысла даже пятое, это маловато. Пока временно менять. Такс. Поставим на Атланта все-таки. Блин, 100 коробок и просто трэш какой-то. Честно скажу, я просто в шоке. Одна огненка. Так и хорошо, хоть истинные веры нам нападали. Стойкость. Кстати, какая у него фрейя, интересно. Со стойкостью отлично. Короче, сливаем все коробки в ноль. Блин, ну это писец. Я в шоке, честно говоря. Одна огненка, 100 с лишним коробок. Ремочка еще. Еще ремочку вытащили, отлично. Где там наше дерево? Тут ремка стоит. Конечно, тут еще много героев с талантами, но их, им, я думаю, смысла нету сейчас вкачивать исцеление. Нету, что за тыква у него такая. А, нет, у него есть основная тыква, ладушка, перс. Да ладно, не поверю, что исцеления нету. Есть исцеление. Исцеление лучше будет. Потом сменишь, когда будут камни, не знаю. Ну, реально это надо поменять. Камни, в принципе, есть, но их можно на других героев спустить. Но исцеление будет получше, чем ладушка.
А что у него по подземках интересно? Кошмарка. То чувствую, когда героев дохренище, но еще седьмую не прошел. Я уже на седьмой застрял своим этим твинком. В общем, такой вот, ребятушки, аккаунт. Ну, не знаю, 5 баксов за таких героев реально есть смысл заплатить и получить их за 5 баксов. Я считаю, это реально очень круто, когда у тебя такие именно герои. Реально есть смысл посмотреть на этих героев. Блин, 5 героев. Это реально круто. Пишите комменты, ставьте лайки, пишите, кто что забрал здесь. Но это реально на сегодня все, что из того, что я видел, это самые выгодные предложения по донату. Все, всем удачи, всем пока.